Еще несколько лет назад такое видео было немыслимо сделать в домашних условиях. Теперь легко. На YouTube уже полно роликов, сделанных с помощью обычных мыльниц и обработанных в Adobe Video Effect, Premiere и других программах. Сверхбыстрое изображение можно снять статично или сделать панораму, как в этом ролике, на котором показана набережная Невы в Петербурге, или проездочку, как в этом ролике с двумя будильниками. Наконец, можно фотографировать себя или какой-то объект. Например, ведро с овощами и фруктами день за днем и даже год за годом. Один москвич, например, таким образом отследил возведение Сити. На выходе, применив таймлэпс, получаем вот такие захватывающие треки. Чем мы хуже? Давайте сделаем таймлэпс с помощью фотокамеры Nikon D70S. На самом деле подойдет любой фотик, но зафиксировать его надо намертво, то есть штатив обязателен. В качестве объекта идеальны облака. Настраиваемся и начинаем снимать через равные интервалы. Снимаем, пока руки не отсохнут, или батарея не сядет, или место на карте памяти не кончится. Но мы, пожалуй, не будем убиваться и ограничимся 200 кадров. Нет точных указаний на то, с какой периодичностью делать кадры. Многое зависит от скорости ветра, от освещения. Мы снимали с периодичностью раз в 5 секунд. А если вы, например, ночью собираетесь снимать звездное небо, как звезды движутся по небу, лучше выставлять интервал побольше, секунд 15. Помните, главное — терпение. Экспериментируйте. Сняли, слили, теперь к обработке контента. Воспользуемся монтажной программой Corel Video Studio Pro X4. Выбираем пункт меню «Вставка фото для разрыва времени стробирования». Перевод корявый, пусть это не смущает. Открываем папку с фото, выделяем. Важно, чтобы номера кадров шли подряд, так как вы фотографировали. Во всплывающем окне возможен предпросмотр. Копируем снятое нами на таймлайн. Пара секунд — готово. Далее жмем на иконку «Выпуск», «Создать видеофайл», выбираем расширение, сохраняем, ждем, когда скопируется на винт. Наслаждаемся. Можно сделать вот то же самое, только в более распространенной программе. Ну, конечно, можно. Подойдет даже тривиальнейший Photoshop, только вот алгоритм там будет немного посложнее. Идем «Окно», «Анимация», «Файл». В открывшемся окне выставим такое же значение ширины и высоты кадра, как на исходном. Жмем «Ок», где спрашивают, и снова в меню «Файл». На этот раз выбираем пункт «Поместить». Выделяем первое наше фото и ставим галочку «Последовательность изображений». Помещаем ее на таймлайн, жмем «Enter», ожидаем. После этого не забудьте подтянуть шкалу до конца рабочего участка. Сложновато? Это еще не все. Опять файл, экспортировать, посмотреть видео. Теперь можно назвать файл и определить его будущее место на винте. Выбрать расширение. В пункте «Параметры» можно выставить количество кадров в секунду, тип сжатия и уровень качества. Устаканив свойства видео, жмем на «Рендеринг». Ждем-пождем. Наконец, можно смотреть. Да, качество куда хуже, но чтобы похвастаться друзьям, сойдет.